Всех приветствую, дамы и господа, мы вновь на KSVRL и будем проверять этот сайт Slow Balance. Баланс на сайте 500 рублей, поэтому давайте сегодня пооткрываем самые дешевые кейсы, потом пооткрываем самые дорогие, ну и конечная цель — это ножик с 500 рублей на этом сайте. Почему я выбрал KSVRL? Все очень просто. Два или три ролика подряд мы окупаемся, сайт на лютой отдаче, плюс новое обновление, поэтому, пацаны, давайте так. Я попробую, а ты поставь лайк и поддержи меня, потому что я не знаю, докуда далеко это вообще доведет нас эта история и доведет ли вообще. Но в любом случае поставь лайк, мне будет очень приятно. Не забывай, что если ты будешь залетать на сайт, ты можешь использовать промокод MAG15 плюс 15% на абсолютно любую сумму. Всегда, абсолютно всегда, через любые способы ты будешь получать плюс 15%. Это самый лучший, а самое главное, честный промокод. То есть давай говорить честно, 40, 50, 60, 70 это очевидный скам. Но плюс 15 это честный промокод, который будет тебя окупать. Поэтому если будешь пополнять аккуратненько, вел его, получил бонус и закайфовал. Балдеж. Ну а мы приступаем, и я предлагаю сразу сделать 50-90 рублей, открывать кейсы, которые мы можем открыть. Тер грязный. Ой-ой-ой. У меня сегодня, пацаны, Новый год. За день рождения второе. Мы сегодня апнули глобала второй раз за неделю в кэсочке. Поэтому читер. Два раза. Let's get it. Поехали. Самое главное сегодня не уйти слишком далеко в минус, потому что я хочу окупа. И он дает окупа 431. Первого кейса. Даже могу открыть его на 10. Поехали. Вот это, кстати, очень интересно. Вот открытие на KSVRL не сильно интересно, потому что я нихера не понимаю, что, блять, где и что мне. Вот я смотрю. Просов нет. 1200. Окей. Я смотрю просто на зеленую ВП. Я думаю, зеленая ВП уже моя. Прикинь, она не моя. Но 1200 мое. Поэтому, в принципе, уже X2 сделали. Назад кейсом. Могу открыть 50-99 рублей. Давай попробуем открыть что-то. Блин, ну фарм ножей не уверен, что стоит открывать. Мне кажется, вообще никак получить их не получится. Может быть и получится, но я что-то не готов сейчас жертвовать. И давайте что-нибудь откроем прям ровно на 100. Ровно на 100. Кстати, мы где-то здесь были с тобой, точно. Вот она. Гамма и Danger Zone. Давай гамму. Ой-ой-ой. Так это гамма кейс, это как в КС-ке. Блин, ну я не знаю. Если он с такой же окупаемостью, как в КС-ке, точно слив мы точно в 10. 10 рублей, подожди. Нормально. Неплохо, но больше открывать я его не буду. Не хочу. А вот 100 плюс рублей, давай откроем. Например, Барби Сайз Герл. Нет, Барби нет. В районе сотки. В районе сотки даже вот, наверное, вот волшебная коробка могу на 10 открыть. Давай откроем. Чисто посмотрим, что у нас сегодня будет. Наша цель, конечно, сегодня ножик, но я не знаю, насколько далеко мы сегодня вообще зайдем. Пока что летит вроде бы хорошо, но не знаю. Видишь, в последнее время я сварил очень сильно отдаю. То есть, давай говорить честно. 1800, отлично. Прям очень хорошо. Вот, блин, ну, я не знаю, я радуюсь. Реально радуюсь, когда захожу, вот я, типа, могу лето уже открыть. Это же реально топ. Прикинь, вот, просто сайт стал одним из самых лучших по отдаче, просто благодаря тому, ну, маленько не так сказал, хотел сказать, сайт стал одним из самых лучших благодаря тому, что начал отдавать. То есть, если мы раньше заходили на KSVRL, он так не отдавал. А сейчас посмотри, 2000 рублей, когда у нас был косайт, в принципе, мы окупились, мы можем уже Барби открыть, да, на 10 раз, поехали. То есть все, что я открываю, пацаны, ну, можно сказать, сфотографирую, чтобы когда вы открывали, вы тоже их брали себе в инвентарь на заметочку и также прогружали. Потому что дает-то реально 2500, ну ты смотри, но он продолжает окупать. Но 2000, пацаны, 2500 мы можем сейчас открыть и за 250 рублей. О, жестика можем открыть. А ну-ка давай, Данючечка, давай попробуем. Может быть, сейчас нас и окупит. Может быть. Планец точно, ну, не проигрышный, но опять же, ты 700, отлично. Почти каждый кейс, за исключением парочки, нас окупил. Почти каждый кейс. И это вот тебе, пожалуйста, обновление на KSVRL. Пробуем до ножа добить. 3800, я думаю, шансы есть. То есть сейчас в районе 300 рублей мы можем открыть какой-нибудь сейф. Вот дрип Гоку, я не знаю, что это, но давай просто попробуем открыть. Первого пойми, да какая разница. Самое главное, чтобы... Поехали. Вижу, что в кейсе находится. Уже так, знаешь, немного завидую, вот что вот кто-то открывает кейсы дорогие. Плюс ножик. Просто на ровном месте. 9000 рублей. Ребятки, если есть после этого вопросы по скиллу, задавайте. А я на око Саурона. Сегодня перед роликом заходил в этот кейс и хотел его открыть, но понимал, что скорее всего с 1000 рублей до 8, ну, я никак не дойду. Очень легко дошел, то есть дошел вообще, ну, так, ну как бы не сильно-то и спотели мы, да, друзья? Поэтому газу до отказу. Это как-то непонятно, давай попробуем еще раз, потому что вроде бы окупил на 200 рублей тоже окуп, но мне кажется, вот сейчас либо сильно сольет, либо очень сильно окупит, такое тоже возможно.
можно. Десяточку, окей. Ну и давай еще один кейс. Я очень сильно хочу открыть чат GPT. Да, либо Окасарна. Нет, давай чатик. В прошлый раз он нас окупал. Стоит 1000 рублей за одно открытие. Мы, соответственно, лёпс на 10. Ну а чатика, вы обязательно поставьте лайкосик. Мужики, сайт на лютой отдаче. Просто поставьте, поддержите меня. Давайте сделаем 500. Будет очень приятно, правда. И еще плюс 800. Я считаю, что это можно выводить. 12 тысяч это хороший показатель. Поэтому, если будете играть, заходите в пополнение и используйте самый балластный промокод MAG15. Плюс 15% на абсолютно любую сумму. Ну а на связи был, как обычно, я, Предатор. До новых встреч. До завтра.